Дорогу делают, сделали уже частично от Волгоградского поста. Едешь, прям плывешь практически. Вот так съезжаем. Там дальше будет бетонка, там вообще не шелохнется машина. В общем, делают потихоньку, но приятно ехать на самом деле. Было бы везде так по России, чтобы красиво. И действительно понимаешь, за что платишь транспортный налог. А не только по всей Астраханской области. Яма на яме как будто взорвали. В общем, будем посмотреть.